На центральной площади райцентра состоялись районный фестиваль-конкурс под семейным зонтом, в котором приняли участие 9 семей из всех сельских поселений района и дефиле детских зонтиков. Ни один зонтик не был похож на другой. Каждый имел свое индивидуальное цветовое решение, украшение, которое было создано своими руками. Стоит в поре теремок, он теперь не одинок. Дружно там живет семья, Кучеренко фамилия. Саша доски все строгает, мебель всем он собирает. Никита им брейк-данс танцует, в школу ходит и рисует. Ну а Илюша, как сказал, в сказку с ними он попал. Лена песенки поет, веничком полы метет. Моет пол, белье стирает и в быту им помогает. Что значит в наши дни стилягой быть? Быть добрым, позитивным человеком, для всех людей примером быть и очень, очень жизнь любить. Наша семья очень позитивная и любит жизнь. Когда мы вместе, нам не страшны любые непогоды, ведь мы можем спрятаться от них под нашим семейным зонтом. Ведь всех важнее этот зонт. С ним не страшен даже шторм. И в любую непогоду не сердись ты на природу, а пройди под зонт скорей. Сразу станет мир добрей, и мечтаем мы о том, чтоб всегда быть вместе под этим зонтом. Продолжились празднества на главной сцене Матвеева кургана. Участников конкурса и всех, кто пришел посмотреть на это веселое и красочное мероприятие, с праздником поздравила глава районной администрации Дина Алборова. Желаю жить вам в городе любви. Конечно же, на улице Согласия. Чтоб окна выходили на проспект мечты. Вела дорога к морю под названием «Счастье». А на пароме белый теплоход со звучным именем «Надежда». Пусть он вас по жизни поведет, где будет вам надежно, безмятежно. Пускай у вас разлук шторма минует. И, конечно же, ветер разгонит тучи бедствий. Держитесь крепче за любви штурвал. И я уверена, конечно же, у вас все получится. С праздником вас! За сохранение нравственных семейных традиций и ценностей вклад в развитие Ростовской области Дина Владимировна вручила знак губернатора Ростовской области во благо семьи и общества супругам Гапоненко Николаю Федосеевичу и Надежде Филипповне. Медалью за любовь и верность отмечена чета Диченко, Александр Павлович и Нина Семеновна. Затем состоялось награждение участников фестиваля-конкурса под семейным зонтом. Каждая семья получила благодарственное письмо и заслуженные подарки. Обладателем гран-при стала семья Войтенко из Алексеевского сельского поселения. Завершилось торжество большим концертом с участием семейных коллективов и праздничной дискотекой. Семья!